В Астане количество бродячих собак увеличилось настолько, что для них не хватает места в специальном приюте. В ходе посещения приюта «Стоп отлов» сенаторы внимательно изучили его текущее состояние, провели осмотр расположения вольеров, побеседовали с сотрудниками и волонтерами, а также отметили необходимость улучшения условий содержания животных. Волонтерами были высказаны предложения по модернизации помещения, обеспечению ветеринарной помощи питомцам. Депутаты, в свою очередь, выразили готовность работать с местными исполнительными органами и активистами для создания более комфортной и безопасной среды для животных. Теперь для решения накопившихся проблем в закон о животных будет внесен ряд изменений. В новом документе будут затронуты несколько актуальных вопросов – массовое уничтожение больных, агрессивных бродячих собак, а также кастрация. Ең бірінші кезекте иттердің осы заң бойынша орталықтарда ұстау мерзімін барынша қысқарту, яғни бұл В первую очередь, по данному закону, надо максимально сократить сроки содержания в центрах. Во-вторых, усиление ответственности за систематическое проведение чипирования и определение идентификационного номера каждой собаки для выявления хозяина. Думаю, в этом направлении мы внесем реальные изменения в закон. Және әрбір иттің иесінің қожайынын анықтау үшін идентификациялық номерін айқындау осы бағытта заңда нақты бір өзгерістер жасаймыз деп ойлаймын.